Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить игру Яга. Итак, ну что, отправляемся в деревню и расскажем... Это дорога домой, все верно. Я ненадолго зайду в деревню. Идем сейчас к крестьянке и расскажем все, что мы узнали, значит, пшенице. Урожая. Да я надоело монетки терять. Так. Иван, ты вернулся? Ну как там мои поля? Твой урожай испортила кучка кикимор. Неужели? Как глупо было с моей стороны винить во всем ведьмака. Так, он помог мне. На самом деле он даже помог мне. Мы вместе выследили и разбили тварей. На этом все. Благодарю тебя, кузнец. Вот возьми в качестве благодарности. Теперь снова за работу. Эта пшеница давно прозрела. Так, и что? Я не пойму. А почему она мне не дала монетки? Это хорошо, конечно, что ты мне монетки дала, но этого мало. Так, нам нужно избавиться от невезения еще. Монетки у нас падают и падают, падают и падают. Так, сюда идем. Как твоя рука? Не нужна ли тебе волшебная поддержка? Может применить чары? Так, злой рок. Устранить злой рок. Купить предмет, приносящий удачу. Купить предмет, приносящий неудачу. Так, устранить злой рок. Так. Все, злого рока нету. А как это долго интересно будет длиться? Так, еще я хотел зайти домой. Тут кое-что есть. По-моему, нет, не здесь. А где же я видел? Так, я понимаю, нету времени для отдыха. Это простая наковальня. Просто, по-моему, где-то давно я брал шмотки, видел шмотки. Так, нет, давай продадим. Продадим мы тебе яйцо за 300 рублей у нас есть. Палец вампира, вы исцеляетесь при поражении врагов. Кстати, это хорошие предметы, вот они. Это можно же одеть. Так, а яйцо, просто яйцо. А яйцо не простое, а золотое, которое я могу просто продать. Давайте мы яичко продадим. Продать предмет. О, а что я продал? Выкуп? Не понял. Ну, я яичко продал, правильно? Все тайны карты. При взгляде на него сильно повышается злой рок. Это нам не нужно. Продать предмет. А почему нам монетки не закрываются? А, вот все. А не понял, почему ты за яйцо мне дал всего лишь 30, хотя стоит 300. Ничего не понятно, да ладно. Так. Где наша экипировка? Вот она. Это защита от нечисти. Используйте, чтобы нанести урон всем врагам в обмен на несчастье. Это нас тоже не интересует. Так. Потом глаз, который открывает все секреты карты. Открывает тайны карты. Вино выпейте, чтобы крепить тело на некоторое время. Нет, тоже не интересует. Так, талисманы. Иногда нечисть становится более медленной при прикосновении к вам.
Более долгие уклоны. Ускоряет яичко. А что она дает? Так, я его не продал, не пойму. Я вроде его продал. Испорченное зерно. Так, это пригодится. Вы исцеляетесь при поражении врагов. Вот это нужно нам. Вас сложнее толкнуть. Иногда вы бьете врагов сильнее. Это тоже одену. Более быстрые уклоны. Вы наносите больше урона, когда вам не везет. Ускорение на короткое время после убийства врага. Более долгие уклоны. Иногда нечисть становится более медленной при прикосновении к вам. Как бы еще взять. Давайте вот это, наверное. Не вести, я думаю, нам будет часто, поэтому... Будем так бегать. Так. У нас есть мешочек испорченного зерна. Дальше, какое задание нам предложат выполнить? Так, ворона... Ворона. Ворона нас не интересует. Иван seems troubled. Where's he going now? Так, Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? Иван должен найти для тебя новые подарки. В деревню пшеницы и пастуха есть то, что нужно Ивану. Угу. Пшеница сказал. В лесу пропали три пьяницы. Иван собирается найти их, прежде чем случится какая-нибудь беда. Вот давайте это побочное задание выполним. Это долгая загрузка была. Так, у нас есть три предмета, которые приносят удачу, неудачу и так далее. Так, вот. Так, самое главное, вампиризм, чтобы работал. 229. Да, жизнь восстанавливается. Это хорошо. А сколько восстанавливать-то? Ну, получается 6 единиц здоровья за каждого врага. Так, что у нас тут? Добротный алтарь, посвященный богу-кузнецу Сварогу. Подношение должно быть больше. Так, помолиться, очистить напасть. А какое подношение ему можно сделать? В виде металла какого-нибудь? Ну, скорее всего, да. Давайте и оставим. Вот медная руда. У нас ее много. Где-то вдалеке раздаются удары молота и наковальни. У алтаря воцарила тишина. Так, что это такое? Зубья Сварога. Угу. Ух ты. Сколько пауков много-то. Так, собираем все предметы. Справились.
Это наше золото. Наша награда. Так, ладно, этот поворот был не сюда. Блин, интересно, я могу 3 себе пальца таких поставить, чтобы мне 3 раза больше жизни восстанавливалось, когда я убиваю врага. Приветствую тебя, кузнец. Господь сделал так, что наши пути снова пересеклись. Ты кто вообще? Священник. Приветствую. Боюсь, я не понимаю, о чем речь. Тебе дали задание похоронить умерших, не так ли? Это мое личное дело, и я надеюсь, что найду их живыми. Увы, боюсь, что для этого уже слишком поздно. Эта часть леса кишит разными тварями, но тебе понадобится любая помощь. Не будь глупцом и прислушайся к моему предупреждению. Так, ты... Благослови меня, Отец, чтобы я мог проводить их последний путь. Боже, пожалуйста, помоги твоим смиренным рабам, тем этим крестьянам, у которых что-то, благослови этого простого человека, чтобы он смог успокоить их душу. Спасибо, ступай с Богом, кузнец. Так, нас благословили, но я не пойму, как это, что это. Вы видите мешочек рядом с телом. Что это за мешочек? Так, что там за мешочек у него? Может, он из-за этого мешочка и умер? А мне надо у пьяниц что-то мне нужно или нет? Я могу сделать так? Нет. Ну, давайте, вандализмом не будем заниматься, а похороним вместе с вещами. Эти вещи принадлежат лишь ему, самым правильным. Так, покойся с миром. Ну и птички зачирикали. Теперь нужно найти 2 других. Так, еще один. На трупы видны следы вина. Побрать его и похоронить? Нет. Оббирать мы не будем, мы будем просто хоронить. Лучше не прикасаться к этим вещам. Мы же не хотим нарушить покой. Хоть он и пьяница, но пускай покоится с миром. Так, шуршат листья. Листья шуршат. Это что, это кто-то где-то есть в кустах, что ли? Рядом? Так, еще один. Положить копейки и похоронить? Не, ну это слишком. Почему мне ложить надо копейки? Просто похороним. Dust to dust. Прах к праху, пыль к пыли. Так, подул ветер. Так, ну все. Получается, задание мы выполнили. Нашли этих 3 пьянчуг. Так, а дальше у нас карта. У нас еще есть места, где мы не были. Я думаю, стоит туда сходить, посмотреть, изучить эту карту. Так, поговори с ним. Спай с Богом, кузнец. Спасибо. Я уже их нашел и похоронил. Все отлично. Теперь можно сдавать задания, но я предлагаю изучить это место. Ого. Блин, сильный дядька. А это какой-то еще одноглазый какие-то оборотни. Да что ж такое-то? Так, мне кажется, самое время скушать хлебушек. Так, я надеюсь, внизу никого больше нету. Так, мне кажется, вот этот вот всему виной. Может, он как-то всех лечит?
Так, еще минус. Так, остались две летучие мыши. Так, все, мы справились со всеми. Это было сложно. Я почти умер. Нужно скушать хлеб. Так, что-то может собрать здесь можно? Нет, здесь ничего нету. Может, норка какая-нибудь будет? Нет, тут просто проход дальше. Тут же нету ничего? Нету. Ну, ладно. Так, и нужно поменять лопату. Правую руку. Так, нет, я не поменял. Вот. Теперь поменял. Ой-ой-ой-ой-ой. Я себя в тупик загнал. Это оборотни, а не животные. Молот вот-вот сломается. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо-тихо. Так, и молот сломан на последнем ударе. Остриё стрелы и руда упала. Так, ну давайте теперь этот нацепим. Этот у нас золото, он покрепче, по идее, должен быть. Потому что золото. Так, печка. Привет, печка. Ухожено. Давайте мы поищем, что тут есть. Да, хлебушек был. В печке. В печке был хлебушек. Ну, пока мы печкой воспользоваться не можем. Так, это что за бочка? Ее сломать нельзя. Так, опять враги. Опять эти оборотни. Блин, как бы их по одному вывести? Вот один. Ой-ой-ой. Так. Так, вот этот оборотень самый главный, он, в общем, вызывает всех. Он не вызывает, а может вызывать себе подмогу. Его, значит, надо первым убивать. Оборотень этот. Какой-то оборотень шаман или колдун, непонятно. Но его надо убивать первым. Так, а здесь нету никакого места, куда можно зайти. Что-то вроде норы нет. Вроде нету. Ну ладно. Пойдем, значит, дальше. Так, а я хотел использовать предмет глаз. Вот этот. Открывает тайны карты. Давайте вот так сделаем. И что она дала нам? Ничего. А использовал я один раз. Эх, ну ладно. Значит, обратно хлебушек нужно нацеплять. Дурной глаз. Глаз тебе ближайших противников.
то временно ослабит и замедлит его. Так, ну это на босса какого-то использовать можно. Сила выносливости выпить, чтобы получить защиту от нечисти. Нет, оставим себе хлебушек. Так, минус. Да что ж такое? Хлебушек едим. Успели. Блин, хлеба у нас больше нету. Так, ну тут по одному, я думаю, мы справимся. Блин, ну по одному получается легко их убивать. А вот когда их много, это уже очень сложно. Это прям проблема. Так, силу воли выпить, чтобы на некоторое время обрести бесконечную выносливость. Чтобы прогнать невезение, восстановить свою выносливость. Припить тело на некоторое время. Так, это у нас сила воли. Сила воли это не то, но пусть будет. А я не пойму, здесь просто они были и все, и больше никого нету? Странно. Они что-то же должны были охранять здесь. Ну, похоже, здесь ничего нет. Так, это что? Вот, еще одна печка. Может, она даст нам хлеб? Кожано, поискать. А если мы подарим что-нибудь? Подарим что-то вроде... Вот так, а выйти, чтобы на некоторое время... Бесконечная выносливость. Вот это. О! Еще раз. Вот. В общем, здесь мы можем обменивать какой-то предмет на... хлебушек. Обменный пункт, так сказать. Так, давайте забраться на нее нам нужно и отправиться, значит, до другой точки. До кипящей лужи. Оттуда продолжим наше путешествие по этой карте. Так, у нас вот есть путь вправо. Так, не то. Ну, пойдем, значит, в эту сторону. Посмотрим, что тут есть. Так. Ух ты! Да. Бьют нас очень сильно, прям очень. Если следующий какой-то бой будет серьезный, нам обязательно надо будет съесть хлебушек, потому что мы не справимся без него. Так, тихо, вот он, этот бой. Давайте сразу хлебушек нацепим. И сразу этого... Вот, отлично, восстановили, успели. Так, вот он еще один. Его надо тоже быстро как-то забирать.
Так, все, уничтожили. Молот вот-вот сломается. Что такое? А почему он вот-вот должен сломаться? Он же золотой якобы. У него повышена прочность. Может, здесь кузня какая-нибудь будет? Потому что починить на ходу я не могу. Нужно обязательно к наковальню. Давайте проверим. Так, снять детали, закрыть. Да, я не могу это починить. Ну, ладненько. В любом случае, у нас еще один молот есть. Или давайте, может, чтобы это до конца не ломался, мы используем этот. Этот вроде как бесконечный. Вроде как, это не точно. Да что ж такое? Он у нас не ломается. А те, которые я потом делаю, модернизирую, те ломаются. Так, золото, золото. И медная руда, и золотая руда. Так, еще одну монетку. Ого, а это что такое? Это что-то новенькое. Ого. Что происходит? Это что за враги такие новые? Ой-ой-ой-ой. Так, а нужно хлебушек скушать. Блин, эта сова приносит нам врагов в мешке. Да что ж такое-то? Ну за сова-то такая, меня убили. Блин. Так, Иван обнимает идола Сварога, он призывает его силу. Иван не готов сдаваться, жертвует своим добром, и вся надежда потеряна. Он ползет к поселку в надежде спастись. Давайте, Иван обнимает идола. Возрождаемся, значит. Да, блин, опять... Улетела куда-то, и вот это еще свинья на... Так, обе свиньи убили, теперь... Так, как мне вот эту пчелу-то, сову убить-то? Так, все, убил. Наконец-то. Так, а что с тобой? Блин, ну это сова какая-то прям очень жесткая была. Я еле с ней справился. Кто это вообще был? Так, и сундучок, это наша награда. Так. Вот хвост черной кошки и серебряная руда. Хорошо, хорошие предметы. Так, идем дальше. Так, это переход в другую локацию. Туда нам не нужно. Значит, какие у нас еще пути есть? Ну, возвращаемся пока наверх. И если что, идем тогда в деревню. И сообщаем, получается, о трех пьяниц, которые пропали. А дальше... Пойдем, наверное, уже по сюжетной линии. Посмотрим, в общем, как пойдет. Так, вот. Мы идем выше. Идем выше пока пешком. Так, вот, да. У нас есть дорога здесь.
Блин, ну идти очень долго. Давайте тогда отправимся прямиком в деревню. И сообщим о том, что наши три пьяницы, они теперь покоятся с миром. Под блатную такую музычку. Починить молот нам нужно обязательно, не забыть. Так, судьба Ивана зависит от его выбора. Чему научился Иван? Разбросаем копыль. Если рыть земли лопатой, поднимается пыль, слепящая врагов. Деньги — это сила. Больше денег — больше урона. Брось обратно. Можно использовать колесо телеги для отражения снарядов. Блин, ну вот это вот хорошая штучка. Но мы возьмем деньги — это сила. Так, это у нас... Это дорога домой, все верно, я ненадолго зайду в деревню. Так, нужно посмотреть задание. Кто мне давал это задание? Это день раскопок. Дикие земли уже причинили им много бед. По крайней мере, теперь их духи могут быть свободны. Так, это у нас могильщик этот. Пойдем к могильщику, значит. Вот они, его владения. Ты не только хороший кузнец, Иван, но и хороший человек. Благодаря тебе их души обрели покой. Ой-ой, сколько много у нас теперь голдишки. И череп дракеварца какой-то у нас теперь есть. Где этот череп? Где этот череп? Это не он. А вот он. Молот отбрасывает всех пораженных врагов во время полета. Ого, вот это вот хорошая штучка. Ладненько. Выполнили задание, теперь следующее задание выберем уже в следующей серии.